Сегодня в Кремле Владимир Путин встретился с главой Калмыкии Алексеем Орловым. Речь шла о ситуации в регионе. В частности, глава государства спросил, как обстоят дела с водоснабжением в республике. Необходимость модернизации водопроводной сети там назрела давно. Как доложил Орлов, уже завершено строительство 200-километровой магистрали от крупного водохранилища до столицы региона. Республика является самой засушливой. И для сельского хозяйства вода нужна, ну и вообще в целом для народного хозяйства, для людей. В каком состоянии сейчас находится эта работа? По вашему поручению, строительство Икебрульского группового водопровода из подземного Левокумского водохранилища завершено. В течение первого полугодия текущего года проведены все гидротехнические испытания сооружений. Технически, то есть физически, вода пришла в столицу республики. 9 лет мы строили его? Да, примерно. Надо поблагодарить строителей, всех, кто осуществлял этот проект. Сказать им большое спасибо за реализацию. Надеюсь, что людям это поможет. Обязательно поможет, учитывая еще то, что, к сожалению, вот уже 7-й год, Владимир Владимирович, жесточайшая засуха. Это все-таки большой проект. Долго над ним работали, то, что он завершен, это, конечно, очень приятно. Добавлю, благодаря новому гидротехническому сооружению вода потечет в дома республиканской столицы Элисты и еще 3 десятков населенных пунктов Калмыкии.